Ну что, друзья, сегодняшний видеоролик будет касаться заядлых игроманов, которые донатят кучу бабла в App Store, Play Market, игры и не только. Если вам интересно, как сделать возвраты безопасно, советую досмотреть видеоролик до конца. Добро пожаловать на канал Battle Expert, с вами Владимир. Многие из вас играют в различные мобильные ММОР, ПК и стратегии. При своей красе они требуют немало вложения. Но что делать, если вы задонатили в игру, поиграли и хотите уйти из игры? Тут есть несколько решений. Забыть или вернуть потраченные средства. Если еще пару лет назад можно было сделать возврат средств по щелчку пальцев, то сейчас такая возможность осталась только у профессионалов, знающих все законные лазейки Play Market и App Store. Именно такого вам сегодня советую. Через него вы сможете вернуть любой донат из любых мобильных игр или приложений, независимо от страны вашего проживания, сроком за последние 60 дней. Здесь никакого риска. Вы оплачиваете работу по факту получения средств и не предоставляете доступа к личным данным. В Instagram уже множество проделанных видеоработ. Также вы можете стать партнером команды Moneyback. Подробно уточняйте напрямую по указанным контактам в описании. Для всех желающих специалисты из Moneyback проконсультируют, каким образом подготовить ваш аккаунт, чтобы он отвечал всем требованиям возврата для последующего обращения за ним в будущем. Если у вас возникнут проблемы с оплатой, и с этим Moneyback вам поможет. Обращайтесь, все ссылки в описании. Ну вот, друзья, поэтому советую обращайтесь. Данный человек помог лично мне, он мне вернул больше $700 за различные игры, в которые я донатил, поэтому советую, чекайте все ссылки в описании под видео и закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.